как-то написалось огромное количество песен за эти годы. А часть песен просто не попадает в трек-лист, потому как, ну, есть определенный список устоявшийся, который мы постоянно играем везде. И пришла такая идея сделать такой концерт, который будет состоять из редких песен, которые редко звучат. Поэтому завтра будет концерт состоять именно из таких песен, которые практически ни разу не игрались, да, нигде. Поэтому два концерта. Нет, она будет электрическая, просто будут звучать песни, которые, ну... А вы знаете разницу? Редко играются, редко. Нет, мы на днях мы сняли новый клип. Когда мы увидим вот это вот творение и что? Я думаю, дней через 5 уже можно будет наблюдать новый ролик в интернете и на тех немногочисленных музыкальных каналах, которые остались. Которые могут еще себе позволить. Которые могут позволить. Крутить клипы. Да. В конце ролика у нас происходит вечеринка. Мы привезли в Одессу аппарат и, в принципе, играли не под фонограмму, да, когда пишут трек для ролика, а играли живьем. В принципе, вот такая конфигурация была у нас. И каждый дубль мы играли, в принципе, живьем. Вот и все. И в паузах, когда переставлялись камеры, менялся план, мы веселили людей и сами веселились, играя все различные песни. То есть был импровизированный концерт, и он добавлял легкости и такой ненапряжности, да? То есть такой импровизированный концерт был для поклонников. Пришли много поклонников поучаствовать в съемках. И в принципе... Маленький концертик. Ну да, там, вся на полтора. Было весело, да. Да, мне кажется, пора. Мне кажется, достаточно мудрый и своевременный поступок и решение закрыть премию. У нас, к сожалению, немного скукоженный и ограниченный шоу-бизнес. И премия Муз-ТВ, в частности, да, она тоже таковой является. Из года в год одни и те же лица, новых людей появляется мало, артистов. А если даже они появляются, то по законам жанра они, конечно, не могут сразу стать героями, потому что есть определенная политика канала и так далее. Но это все понятно, это нормальные вещи. И, в принципе, я ничего там плохого не вижу. Хорошее завершение, мне кажется. Потому что если продолжать дальше, ну, что еще? Ну, что, опять то же самое будет? Ну, уже все, наверное, пора. Так что, молодцы. Раньше мы любили отдыхать. Бурно. А сейчас мы любим спать. Сейчас мы любим спать, да. Да не, иногда бывает. Не, иногда... Нет, ну, ты же после концерта не ходишь на дискотеки, в клубы уже, правильно? Я и раньше не ходил. Ну, ходил. Да ладно, что ты рассказываешь? Ну, не на дискотеке же. Ну, как, ты ходил смотреть на дискотеку? А я, видимо, не помню просто. Ужинаешь в гостинице. Ну, раньше куда-то выезжали, в какие-то рестораны, заведения, еще чего-то. Сейчас уже поближе к кровати. Это тяжело очень, на самом деле, потому что все люди разные, тем более творческие люди. У них свое представление, у тебя свое. Либо ты должен заниматься голым таким жестоким бизнесом и просто управлять человеком и говорить, как нужно делать, либо наоборот положиться на человека и позволить ему делать все, что он считает нужным. Но здесь ты должен совпасть с человеком, чтобы доверять ему настолько, чтобы он мог делать без тебя, в принципе, все. Ты мог бы только что-то поправлять, корректировать, советовать и так далее. Это очень сложный процесс. Я уже этим занимался, и, если честно, это очень тяжелое и неблагодарное дело, на самом деле. Вообще созреть к этому надо. Ну да, и надо как-то созреть, успокоиться. Я сам еще, в принципе, такой...
достаточно рваный и резкий в плане творчества. И с таким характером и отношением, конечно, тяжело спокойно подходить к другим творческим людям и что-то им объяснять, рассказывать и показывать. Тут совсем недавно был пример. Это очень тяжело, на самом деле. Здесь нужно, чтобы все совпало. А это очень редко что-то совпадает. Это нужно дождаться этого человека, либо его искать. Можно его всю жизнь искать и не найти. А может попасться там случайно, и все закрутится и завертится. Я занимаюсь потихоньку, я пишу некоторые песни, которые мне не подходят, но я не знаю, кому их пока отдать. То есть я еще не вижу такого человека, которому я смог бы эти песни отдать и с кем бы я смог поработать. Но песни пишутся. Ну, мало ли, кто-нибудь вырастет, когда-нибудь встретится и споет эти песни. Слава споет. Слава может споет. Чтобы проверять какую-то марку одежды, можете подробнее об этом рассказать? Да это просто хобби. В свободное время делаем майки и, в принципе... Сидим, шьем на базе. Нет, это и шьем на базе. Сидим, вышиваем. Нет, на мне сейчас не мое. Вот на Славе, да, мое. Симпатичный персонаж. Ну, а что рассказывать? Есть сайт, интернет-магазин, заходите, смотрите. И там, в принципе, вся история бренда, она рассказана. Вот, так как-то мне добавить нечего. Я просто являюсь креативным директором, подсказываю, рассказываю, выбираю, отбираю. А творческая группа работает и придумывает принты, крой и так далее. Вот, собственно, и все. Но это тоже очень неблагодарное дело, на самом деле. Мы занимаемся этим ради удовольствия, как хобби. У вас же тур, да, этой осенью вы планируете посетить Германию, Чехию? Штаты, да. Штаты еще? Да, и И где-то еще мы будем. В Сибири, да? Ну, как всегда. Как всегда. Без нее никуда. Да люди сами отбирают, мы ничего не будем выбирать. Там в социальных сетях проходит голосование, и в принципе видно, что люди хотят слышать на этой пластинке. Поэтому мы посмотрим, за какие песни больше голосов, и эти песни запишем. Ну и плюс добавим несколько своих, которые мы хотели бы видеть в этом альбоме. После чего, скорее всего, группа уйдет в творческий отпуск, не знаю насколько, то есть гастрольной деятельности не будет, сколько я еще не знаю, потому что хочется засесть и поработать над материалом, и для вас-то тоже новость, да? Я в шоке просто. Вот, поэтому, скорее всего, после записи Беста группа уйдет в творческий отпуск на неопределенное время пока. И гастролей у нас не будет. Вот так вот. Идет поток предложений. Отдать музыку в кино, отдать музыку в рекламу, сняться в кино, сняться в рекламе, сделать какие-нибудь акции с какими-нибудь компаниями и так далее. И... просто иногда складывается все, потому что не только от тебя зависит. У меня есть представление, хотел бы я вот так сделать, но зачастую этого не происходит, потому что все преследуют, конечно же, свои цели, и чаще всего меня не устраивает то, что предлагают. Вот, все. Мы уже отдыхали и будем отдыхать. А кто сейчас где? Отдыхаем. Ну, в основном много-много поедет людей в Крым. У нас заканчиваются концерты в Крыму как раз. И до конца августа часть из нас будет отдыхать в Крыму. И ездить друг к другу в гости. Дуэт – это такая вещь, ну... как бы сказать, это должно происходить естественным образом, по обоюдному согласию, и
по обоюдной симпатии. Так, чтобы специально вот загореться, а давайте сделаем дуэт вот с этими. Так не происходит дело. Происходит немного по-другому. Либо ты знакомишься с человеком, и ты понимаешь, что ты близок по духу, по мироощущению с этим человеком, и тогда через какое-то время возникает уже желание и возможность что-то сделать вместе. Вот. Ну, допустим, как там с Лерой. И то мы дружим, у нас нет задачи что-то сделать, там, снять клип, там, придумать сценарий, что-то замутить такое. Это должно естественным образом происходить. А так специально открыть список артистов, вот хочу спеть с этим. Зачем? А какой в этом смысл? Завелось? Завязалось. Да просто был проект давно такой, не голубой огонек. Давненько это было. И, в принципе, сама идея этого телепродукта была идея совместить несовместимых артистов. Вот. И предложили на выбор там две или три певицы. Я выбрал Буланову, потому что, ну, что-то как-то Буланова была, ну, наверное... Наверное, несовместимая, а может и совместимая. Это был просто проект, и это как игра. Ты загораешься игрой, заинтересовываешься и начинаешь уже в этой игре жить как-то и придумывать чего-то. Какую песню взять, а кто будет что петь и так далее. Это приходит извне идея. То есть мне такая идея в голову никогда, конечно же, не пришла. В этом и есть, конечно, своя красота, когда кто-то со стороны может предложить тебе что-то, до чего ты сам своей головой не дойдешь. Это был просто разовый проект и достаточно милый. Очень смешно, когда Буланова... мы писали в разных городах, она в Питере, а мы в Москве. «Дожди, пистолеты». И там припев. Любовь зарядила «Дожди, пистолеты», зарядила... «Холодное лето, не жалко, не жалко, летит туалета, щелчок зажигалки, дожди, пистолеты». А Тане послышалось, что там не щелчок зажигалки, а жучок зажигалки почему-то. Почему-то и жучок. Хорошо, что не сверчок. Не сверчок, а жучок. И когда нам прислали голосовые треки, чтобы все это совместить, я слушаю, это она поет «Жучок». Созваниваемся, говорю: «Таня, а почему жучок?» Говорит: «Я все время слышал, что там жучок зажигалки». Говорю: «А что такое жучок-то зажигалки?» Нам пришлось долго исправлять уже какими-то способами в программе, убирать «Ж». И в принципе, если там прислушаться, она там как-то так... Это место, оно сглаженное и такое зажатое. Получилось что-то между жучком и щелчком, такой жучок, чтобы такое получилось. Ну, было смешно. Жучок. Не, я гастролировать не против, просто хочется сесть за лист бумаги и пописать, потому что последние года три я практически ничего не писал. Мы только гастролировали и снимали то немногочисленное видео и записывали немногочисленные песни. Поэтому у меня есть огромное желание прекратить гастрольную деятельность на некоторое время, чтобы посвятить время именно написанию песен. Потому что в таком режиме, в котором мы живем сейчас, это делать невозможно. А вы себе позволяете, как обычный человек, выйти без охраны? Там, я всегда магазин, так делаю. Я всегда так делаю. Ну и популярность не тяготит. Да нет, вы что, половина людей... Нет, узнают, но вы знаете, половина людей не верит. Просто... померещилось. Что? Вообще, некоторые люди не успевают, потому что я же двигаюсь. Я же не стою с табличкой «Я Рома Зверь». Я же, когда спускаюсь в метро, я иду по эскалатору. Потом становлюсь куда-нибудь. Либо заходя в магазин, либо идя по улице, я иду, я двигаюсь. Реакция людей, да. Очень хорошо моим друзьям и знакомым, когда они со мной гуляют по городу, либо где-то находятся, они идут чуть-чуть поодаль, капельку сзади, и смотрят на реакцию людей. И они наслаждаются вот этим всем происходящим, как люди реагируют. Я-то не успеваю посмотреть, но я тоже иногда люблю посмотреть, как люди реагируют. Я делаю вид, что я не смотрю в очках, а сам смотрю, как человек реагирует. И мне от этого очень приятно почему-то. Значит, у вас популярность не тяготит.
Да нет, люди же адекватны. Вы понимаете, что когда ты находишься на концерте, где скопление, где находятся люди, которые поклонники твои, здесь трудно спуститься и всем уделить внимание. И это достаточно агрессивная среда, скажем так. Здесь нельзя себе позволить выйти перед концертом, сесть на шезлонг и со всеми пообщаться, потому что начнется хаос. А когда ты идешь по городу, не все же твои поклонники. Раз. Во-вторых, мало кто вообще может себе представить, что вот такой человек может ходить рядом, да. А если кто-то и набирается смелости подбежать, догнать, взять автограф, либо сфотографироваться, это абсолютно нормально, потому что один человек или два, они достаточно адекватные, все скромные, всех трясутся руки, все не могут поверить, и ты спокойно можешь расписаться, сфотографироваться и пойти дальше. Это абсолютно нормально. Ничего в этом страшного нет, никто никого не разрывает. Это все стереотипы и мифы. Рома, скажите, пожалуйста, читаете ли вы книги? Если читаете, то... Я читаю книги, которые мне советуют друзья и знакомые. Потому что самому выбирать очень тяжело из огромного количества литературы. Ну, раньше я читал там классику Алексея Толстого, Чехова всего, потому что мой земляк. И, в принципе, не знать своего земляка достаточно, ну, неуважительно. Вот. Потом я увлекся другими произведениями. Там Германика мне советует, там Калигулу почитать, Камю, либо Алигьери, Данте, вот, например, вот это я читаю от Германики. Другие люди мне советуют Довлатова почитать. Вот Слава любит Довлатова Сергея. И я тоже его с удовольствием читаю, и он очень мне нравится, в отличие, допустим, от Ерофеева, который немного жестче, и он мне не так близок. Он очень, ну, для меня это слишком жестко, допустим. Ну, да, это слишком. А Довлатов вот прям супер. И Макс любит, допустим, Курта Ваннегута, и я тоже благодаря ему прочитал там ряд произведений, мне тоже понравилось. Ну, мне что советуют, то я и читаю. Как-то так. Сказали, кого вы читаете, а кого вы слушаете? Какие группы слушаете? Я слушаю классику, конечно, начиная от Rolling Stones, Queen, и, в принципе, всю английскую музыку и американскую, современную и не очень. Часть электронную музыку слушаю, но не совсем электронную, а такие группы, как Delphix, там, вот что-то в таком направлении. Ну, все, что новое появляется, New Wave, современный, старый, романтическое направление, там New Order, может быть, The Q, может быть, заканчивая современными коллективами, там, как Arctic Monkeys, там, может быть, немного Foo Fighters, немного Muse, немного, что еще, ну, там огромный список групп всеразличных. Я просто мониторю, мне нравится слушать, что сейчас, как люди играют, о чем поют. И, в принципе, всю музыку, которая более-менее качественная, интересная, которая появляется, допустим, на MTV Rock Великобритания, есть такой канал музыкальный, который я просматриваю периодически, я выхватываю оттуда группы, которые мне нравятся, захожу в интернет, нахожу их композиции и слушаю альбомами. Все, что мне нравится, я потом выбираю и потом слушаю в плеере.